ну сейчас пока бегу, по пути буду обыскивать машины и смотреть, что у нас. Ничего нету. Кстати, сейчас. Авария была конкретная, блин. До сих пор дымится. Конечно, на этом я уже не поеду никуда. Так, тут большая батарея. Далеко мне бежать. Меня вообще в другой части города высадили. Абсолютно в другой. То есть в другой части острова. Ой-ой-ой. Как бы не сгореть вместе с ними. Надо издали бить вот так ногой. Чтоб тоже не подожгли. Чтоб они не подожгли меня. Сейчас я тут подобрался, я случайно нажал. Прикольно получилось. Сейчас я тут подобрал какую-то трубу голимую, еще возьму ее в руку. Вот это, ржавая труба. О. А то я практически оружие не использую, только кулаки. Нет ничего. Вот хотя бы тачка какая-нибудь работала, а то, блин, в самой жопе меня высадили, и теперь приходится пешком идти. Че, блядь, не работает нафиг? Музыка играет где-то. Отсюда, наверное. Нет. Умение открывать замки, и когда там у меня уже опыт-то? А через 2000 у меня уровень поднимется. И я смогу открывать замки уже. У, зомбак. На. Все, потихоньку приближаемся. Менее 100 метров осталось. Ага, вот и бензоколонка, где меня завалили. Оба-на. Такой слоумо, блин, конкретно. Труба уже наполовину сломалась. Я же говорю, она голимая. Поэтому я, собственно, ее и взял. Ну, в смысле, потому что не жалко. А как сделать такой удар-то? Наверное, она уже не способна, она сейчас уже сломается. А, вот. Все, она сломалась. Так, это я бейсбольную биту на них тратить не буду. Еще кто-то, нет? Че, побежали? Так. Это как раз тот чувак, который меня завалил тогда. Я забыл, куда надо было идти-то. По лестнице. А, да, правильно. Я поднялся по лестнице и там спрыгнул вниз.
уже, блядь, забыл. Значит, пока, блядь, пробежался. Так, где у нас эта дырка была? Вот тут. И он, главное, у него теперь здоровье полное. Теперь нормально, хотя тогда вот это другое дело. Труба, ну в общем тут всякая хуйня. Лопата, фонарик уже садится. Энергетический напиток, но это все мне не надо. Палка. Нафиг я палку взял. Ну ладно, сейчас кому-нибудь по морде дам. Так. Удерживайте Е. Ты, я себе поставил просто управление такое. Ага, вот мы тут дверь открыли. Так. По умолчанию там другая клавиша была. Опять пустая канистра. Только закрытых этих. А, вот машина. Что, уже сдох, что ли? Я ему бошку проломал. Обычной палкой, которая по характеристикам вообще очень слабая. Вот теперь у меня еще одна машина появилась. Что-то эта палка как-то быстро их убивает. Хотя нет, у нее урон 88. Ни хрена себе палочка, блин. Я думал, она галимая, блин. Вот это сюрприз. Это я оставлю, ну, тогда на более мощных зомбиков. Вообще, блин, пипец. Так, значит, машину мы эту... Ага, вот сюда надо нажать. Заполните канистру бензином. Ага, и надо отвезти тому чуваку. Так, а еще я машину тут оставлял. Это не то. Ой-ой-ой. В любом случае, сейчас у меня будет еще одна машина. А, ну да, я же вышел, пешком пошел, у меня там еще одна стоит. Еще один зомбяк, вот он. Я лучше бью. Сейчас у меня будет еще одна машина. Я тут оставлял машину. Ее уже тут нету. Тут оставлял и шел пешком сюда. Блин. Заткнись. Там еще один. О. Шкипердо. Да ложись ты уже, хватит возникать. Ну, вот 224 бакса за него дали. Тут сумочки опять вещи, тут заново вещи появляются. По идее, тут можно дофига денег собрать. Ну, то есть, постоянно же появляются снова вещи. Учитывая то, что я один играю, все-таки игра рассчитана на нескольких игроков, поэтому тут столько вещей. А я все один себе забираю, блин. Все в одну харю.
Let's open this up. Значит, когда я сдох, тачка, которую я тут оставлял, она обратно вернулась оттуда, откуда я ее взял. У меня только такая версия. Сейчас нужно канистры наполнить бензином и отвезти их тому чуваку у спасательной станции. Он сожжет трупы, и я это самое... Ему смогу отдать алкоголь, чтобы, значит, это... Он не сделал молотов. Все равно у меня бутылок с алкоголем дофига. Ага, вот так. Так, она пустая. Мне нужно наполнить их. А, это нужно с бензоколонки взять бензин. Сейчас мы ее заберем. Пойдем в бензоколонку. И заполним бензином. Тачку сюда пригоню. Ага, вот, тут как раз отмечено, куда я должен поставить ее. Вот сюда. Слышно же было, да, что зомбяк? Так, теперь мы нажимаем. Сука, откуда они взялись, блин? Какие-то бешеные, блин. О, наконец-то! Теперь я смогу открывать замки. Ага, вот они с дороги бегут. Так, значит, у меня выбор есть какой. Значит так, снижает получаемый рукопашный урон. Вот, умение открывать замки и увеличит количество ячеек рюкзака. Ну, я думаю, что мне будет полезнее сейчас. Это вот, снижает получаемый рукопашный урон. Потому что открывать замки, там могут быть вещи, которые и особо по характеристикам не лучше, чем у меня есть. Плюс этих, как его, сундуков в игре будет полно. Поэтому пока смысла нету. Вот это снижает получаемый рукопашный урон. То есть, если меня ударили, у меня будет меньше здоровья отниматься, чем сейчас отнимается. Класс. Так. То мы канистру уже наполнили, по идее, да? Сейчас следующую возьмем. Сколько нужно канистр-то, я не знаю, 2, 3. А, одна, достаточно одной. Ну ладно, тогда поехали. Кстати, сейчас я вернусь. Хочу убедиться, что я ничего не пропустил. Так. Сейчас. Так. Ага. Let's see what we got here. Молот. Лопата нам не нужна. Там денежки. Дай пройти-то мне сюда. Сука, не дает пройти мне, блин. Там же вещи лежат. А я так залезу. Пидор, блин. Нет, так тоже нельзя. Теперь вентилятор не дает. А вот тут можно, наверное. Во, вот так можно. Так, это нужно уметь открывать замки. Пакет сока. Это для другого задания нужно будет. Так, алкоголь у меня есть, консерву вот еще возьмем. Сок нужен будет для другого задания. Тогда мы его сейчас возьмем на обратном пути. Чего? Он сказал, ты это сделал, не могу поверить. Так. Thank you. Ну и что? Так, вот сюда. А, это выход просто туда. Так, а тут у нас ничего нету. Не перепрыгнуть, что ли? Вон там коробочка лежит. О!
палка. У меня уже есть палка. Вот эта палка, которая у меня, она хуже, чем та, которую я сейчас собрал. Значит, вот эту мы выбрасываем. А та, которую я нашел, которая мощная, я ее... ставлю на место той, которая была. Ага. Так. Все, да? Так как сок нужен будет для другого задания, я его сейчас тоже в машину положу вместе с этим. Как его, вместе с бензином, короче, и все, и отвезу. Блин, тебе нужно дверь открыть. Oh yeah. Сок для одного задания, а канистра с бензином для другого. И как ее взять теперь? А, она еще не наполнилась бензином. Вот теперь наполнилась. Так. Теперь мы это все отвозим. Только аккуратненько. Чтобы это все не разлить. Сука, дай проехать. Ого, 399 баксов от него осталось. Посраки. Ну что, поехали дальше. Ого, я не обратил внимания, уже 17 минут прошло, почти 18.